Всем привет! С вами канал Аудиофонд, рубрика «Мастерская». Краткое включение по ESCO-100. Этот прибор я уже перебрал. В прошлом видео я показывал, как проверить все тракты. И под конец видео при проверке тракта микрофонов у меня был дефект, шуршание, хрипение. На тот момент я посчитал, что дефект из-за того, что где-то что-то отходит, пропаял всю плату, дефект ушел. Прибор был собран, проверен, все работало нормально. Но спустя некоторое время прибор постоял, то есть я его повторно проверяю, то есть это обычная практика, то есть тест спустя некоторое время, потому что есть такие дефекты, которые проявляются только через вот такие периоды, то есть когда прибор постоит, потом его включишь, условно прогревы и так далее, и так далее. Вот, и в данном случае дефект опять проявился, и вот уже второй день я в поисках дефекта был, не мог найти. Причем я с таким дефектом уже сталкивался на других приборах, но почему-то не подумал здесь про это. Итак, как выглядит дефект? После включения прибора прибор начинает вот таким образом шуметь и трескать. То есть есть шум, и этот шум, соответственно, виден по индикатору перегрузку, по звуку, на осциллографе. В общем, что я делал в процессе поиска? Конечно же, первым делом, то есть по схеме, проверил питание микросхем, потом проверил флажки коррекции для 157UD2, потому что иногда бывает, флажки вот эти уплывают, либо с ними что-то происходит, и коррекции нет, и операционный усилитель уходит как раз таки тоже такие свистящие, скрипящие звуки, но нет. После проверил, соответственно, все резисторы, которые подают, все резисторы, отвечающие за установку режимов и питание операционных усилителей, пропаял, но это не помогло. Просмотрел осциллографом все точки на операционниках и все напряжения. Все в этих местах в норме оказалось. Дальше начал сверять схему. То есть, ну, может, что-то я не понимаю, да, то есть здесь не так-то много элементов, то есть, которые могут подобный шум издавать. Это либо сами операционные усилители, да, либо здесь вот есть транзистор, либо какой-то битый элемент. Хуже всего, когда это битый элемент. Операционные усилители, соответственно, в норме. Значит, после сравнения вот этой платы с оригинальной схемой нашел различие. В оригинальной схеме здесь есть резистор C10. Здесь вместо него стоит перемычка, и плата отличается от той, которая приведена, соответственно, в схеме. Здесь добавлен конденсатор. То есть я рассмотрел варианты вокруг этого конденсатора, то есть я восстановил оригинальную схему, попробовал, посмотрел, но эта вся часть, она как бы согласующая, никак не влияла. Далее, было предположение, что таким образом питание пролазит у нас с индикатора перегрузки, то есть, возможно, был пробит транзистор, вот он, да, я до него дотрагиваюсь. И он просто подключен там, в принципе, параллельно выходу, и, возможно, каким-то образом через него пролазило питание. Поэтому я проверил еще и этот тракт, то есть индикатор перегрузки. Вот он, два транзистора, один и второй, заменил, но также ничего не помогло. В общем, собравшись мыслями на следующий день, я уже стал поэтапно проверять каждую деталь. Вначале вибрации, да, то есть постукиванием. Но дело в том, что таким образом можно выявить в основном только резистор. Если резистор, например, так хитро треснул, что он вроде как работает, но при этом шуршит, репит или отходит. Такое у меня уже было не раз. Просмотрел все резисторы, проверил сопротивление. Все резисторы в норме. Хорошо. После этого я, соответственно, решил проверить полупроводник, то есть транзистор, потому что этот транзистор я уже менял два раза. Первый раз это просто был дефект самого ESCO-100, то есть, соответственно, второй раз это
уже было вот это подозрение, что именно что-то не так с транзистором, он шипит либо щелкает, потому что транзистор является здесь последним звеном, которое хрипит. И по состоянию проверки осциллографом, то есть операционные усилители не выдают шумов, все нормально, где-то происходит дальше, то есть как раз таки между операционным усилителем и транзистором, который перед вами. Но транзистором оказалось все нормально, то есть все вольтажи в норме, все хорошо. В общем, вот этот факт меня ввел уже в тупик, то есть что здесь могло еще сбоить. После этого я уже перешел к крайностям, такое приходится делать редко, но все-таки это рабочий способ. Мы берем фен, да, то есть и прогреваем блоки во время работы. Слушаем, что изменится. То есть, как правило, детали, которые вот выдают такие неравномерные характеристики, то есть при прогреве они либо ухудшают свое состояние, либо улучшают, ну, то есть изменение есть какое-то качественное. И при прогреве запчастей, то есть вначале мы греем блоки, да, потом уже когда видим, что, например, вот в этом узле где-то что-то шумит, мы конкретно каждую деталь стараемся прогреть маленьким соплом. И уже после этого я нашел битую деталь. Это оказался конденсатор-флажок. Причем я уже сталкивался не раз с дефектами вот этих флажков. И в данном случае он у нас, и в данном случае этот конденсатор, он у нас включен, он у нас включен в цепь транзистора, то есть он вот здесь к базе фильтрующий такой конденсатор на 220 нанофарад, судя по всему. И вот этот конденсатор, вот он перед вами, и является источником вот этого шума. То есть если его греть, то он увеличивает свой шум. После простоя он может какое-то время поработать, а потом опять начать шуметь. Или наоборот, прибор шумит, а потом прекращает, да, шуметь. То есть неисправность полностью хаотически проявляется, в общем-то. Вот, не первый раз я сталкиваюсь с дефектами флажков. Но обычно я сталкиваюсь с дефектами флажков, которые стоят в корректирующей цепи операционного усилителя. Да? То есть вот эти флажки обычно нужно менять. В данном случае оказалось вообще, ну, скажем так, место, на которое не предусматривал. Сейчас вот уже здесь впаян новый конденсатор, только я его ножку поднял, чтобы показать вам, как звучит дефект. Нужно иметь в виду, делаю себе вот это видео как напоминалку. Также это видео пригодится тем, кто столкнется с подобным дефектом. То есть источником шума очень вполне может быть вот конденсатор-флажок. То есть давайте еще раз я плату вставлю, послушаем этот шум. То есть сейчас вообще вот такие щелчки, которые переходят в нормальный режим работы. И сейчас я выпаю этот конденсатор и впаяю нормальный. Заменил конденсатор. И дефект целиком и полностью ушел. То есть сейчас у нас практически отсутствует шума, только небольшие наводки. Стоит учитывать то, что я сейчас усиливаю сигнал практически в 4 раза. И, как вы слышите, все нормально. По показаниям осциллографа, тракт тоже работает нормально. Вот такой плавающий дефект. Иногда приходится сталкиваться. Я как-то пытался себе поставить задачи для профилактики, заменять еще и вот эти флажки-конденсаторы, но не каждый согласен, потому что если таких флажков достаточно много в схеме, то это существенно удорожает ремонт.
в плане работы, да, и в плане работы и запчастей, не каждый на это согласен. Да и в принципе по опыту данные конденсаторы не так-то уж часто и выходят из строя. То есть в основном, конечно же, выходят наши электролиты, бумажные конденсаторы, флажки выходят намного реже. То есть на моей памяти буквально 3-4 поломки было связано с вот этими флажками. Очень много неисправностей, связанных с флажками на FMEM, потому что их там очень много, и они там находятся в цепях генерации. Но в других приборах дефекты, связанные с вот подобными конденсаторами, встречаются, в принципе, достаточно редко. В данном случае это был тот уникальный случай, когда из-за одного конденсатора N220 флажок, да, который выглядит, в принципе, нормально, он не треснут, и визуально по нему нельзя понять, что данный флажок, вот что-то с ним не так. Они, в принципе, все плюс-минус выглядят примерно одинаково, да, то есть тут нет каких-то механических повреждений, то есть по внешнему виду определить нельзя. Вычислить подобный дефект данного конденсатора по приборам внутри схемы без выпаивания тоже достаточно сложно, потому что конденсатор как бы не звонится, то есть у него нет короткого замыкания. Если его выпаять и прозвонить, то в принципе можно увидеть высокое сопротивление, там 8 мегаом может быть, то есть чего быть не должно, то есть он не должен звониться совсем. Но внутри схемы, соответственно, сопротивление подобное вы вряд ли померяете нормально, потому что другие элементы тоже дают какое-то сопротивление, то есть там эмиттер базы и так далее. В общем, подобные дефекты нужно находить логически, то есть просматривая вот так блок за блоком, и тем самым нужно сузить круг поиска до какого-то уже одного блока. Вот в данном случае я понимал, что это где-то рядом с полупроводником последним, но считал, что это именно сам полупроводник, потому что обычно транзисторы имеют свойство вот так вот шуметь, щелкать и так далее. Но как оказалось, генератором подобного шума может служить вот такая деталька. Я, например, вот с таким именно не сталкивался. Были другие дефекты, да, но вот именно такого не было, да, чтобы сам дефект конденсатора усиливался многократно транзистором, да, и попадал в выходной тракт уже как шум плюс щелчки. Вот такой дефект задокументировали, надеюсь, кому-то пригодится и кому-то будет полезным, и вы не будете так долго мучиться, как делал это я. Всем пока, с вами был канал Аудиофонд, рубрика «Мастерская».